Россия ни во что не ставит своих соседей, и Казахстан в этом не исключение. Но даже в ненависти и презрении можно выйти победителем. Украина, как никто, на себе испытала весь гнев Кремля. Мы отнимем у вас вашу конституцию. И сожжем ее на Красной площади, на Лобном месте. Нет, посожжем ее на Крещатике вместе с вами на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках. Красовскому мы ответим: добро пожаловать на Крещатик, там и поговорим. А остальным заблудившимся российским ребятам стоит подробнее узнать вот об этом продукте. Модель «Патриот» с российской символикой. Двухкрышечная, из ценных пород дерева. Производство «Украина». Очень символичный экспорт для московской городской ритуальной службы. Не находите?